Всем здорово, друзья! С вами снова Валда и Горелли, и мы продолжаем прохождение Inversion. Да, всем привет, дорогие друзья. И вы помните, что какая жизнь была в прошлый раз? Попробуем напороться еще разок. Да, сейчас будет весело, явно. Патронов у меня всего 14, сразу тебя предупреждаю. А нет, еще 40 есть. У меня дофига патронов. Видимо, я все взял сейчас. Видимо, да. Но здесь валяются в пути. Угу. Твою дивизию, что ж так больно-то стало сходу? Я уже почти сдох, Горелли. Я тоже. Я уже сдох, считай. Я к тебе побежал, восстанавливался. Отличное начало серии. Обожаю. Я лову нет. Начало. Так, кто еще остался? Есть еще эти роботы? Остался Синтадор. Так, сторожевой робот. Погнали. Слава, опустил его сходу и стреляем по нему. Его можно, короче, мочить только когда его опускаешь гравлинком. Давай еще раз опусти. Опускай. Потом я буду опускать. Еще раз опускай. Давай. Так, все. Теперь мелких этих ублюдков. Подожди, что, ладно, опускаю. Типа... Не-не-не. Патроны, блин. Черт, больно мне очень. Ага. Сейчас, погодь. Немного жизни восстановлю. О, я сдох, отлично, восстановил жизнь. Поднимешь? Попробую. Попробуй. Он слишком быстрый. Черт, по мелким этим гадам помахиваюсь, не попадаю нифига. Патроны кончились. Опустишь его? Опустил уже, патроны кончились теперь тоже. Сейчас тоже сдохну опять, подожди. Короче, на счет 3 я бегу, потому что мне патроны кончились. Беги, беги. 3. Очень, очень больно. Мне очень-очень больно. Я не вижу его. Он к тебе куда-то полетел. У меня тоже патроны кончились, я бегу. Все, я сдох, давай. Добежишь до меня? Да, постараюсь. Ну ты не торопись. Ах, ты ж. Больно как. Снайпер еще. Угу. Я сдох. Понял. Слишком много ракет одновременно. Давай, давай. Сразу давай, назад давай. Беги, назад, назад. Угу. Подними меня. Теперь бежим. Давай. Ну, я тебе как тебе сказать? Вот? Я тебя понял. Спасибо и потом скажем. Все, бежи! Че, опять тоже? Я сам? Опустил его, давай. Грену кинул ему вдобавок туда еще. А я сдох снова, короче. Ну, повырубай начал. А, все, понятно, давай. Да не парься, я... Я видел. У меня было очень мало хилок. У меня все серое было. Блин. Ну что ж, как обычно. Ну... Просто какая-то дикая дерьмо. Аплодиус. Просто радуемся вместе. Вот-вот. Так, ставь сразу красную эту херовину, пускай мелких роботов. Ушел один. Второй ушел. Третий ушел. Сейчас, у меня есть одна идейка там. Четвертый. Нет, не ушел четвертый. Сейчас сдохну, мать его, опять. Да, блин, Лютодор, ты чё? Да что ты промахиваешься-то, как ублюдок последний. Упусти этого... Все, хорошо. Ну давай, я же нажал. Твою дивизию. Если опустишь его, я сейчас мочкану его. Опустил. Вроде ему не помогло вообще. Ну немного-то мы отняли все равно хелов у него. О, хорошо вошло. Еще опустил. Раз опустишь. Все, кончились патроны. Опустил еще. У меня патроны кончились. Ладно, мочу сам. Тоже я кончились. Возьму все. Жопа. Опускаю. Теперь я опускаю. Патронов нету, все. Кинул грену туда. Побежал за патронами, потому что еще толку там с патронов бегать. Он испарился. У него мало жизни совсем. Я знаю, у меня патронов нет вообще. Нигде никаких. Сейчас подохну. Так, присел, присел. Сейчас хил восстановлю немного. 10 патронов, мать. Вот он. Да патроны не надо от укрытия к укрытию бегать. А, твою мать, давай, 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 живи, живи. О, трэш. Патронов ноль, все, играли, так что давай сам. Пока я, сам. Я к тебе бегу. Нет, угу, я сдох. Понял. Я к тебе бегу, давай. Ай, как давай, больно. Давай, давай. Ай, как больно. Он почти сдох. Очень, очень больно. Отсюда.
Ёперный театр. Патронов нет опять. Сейчас сдохну. Такая же фигня. Сдох, играли около тебя. А, давай, давай, ну поднимай, что не работает. Нет. Твою. Так, погнали, все, давай, мочим, мочим. Патронов нету, мочи. Спасибо. Все, кончились. Хорошо. Давай. Давай, Дэвис. Ну же, как патрон? Один патрон не хватило, что ли, или что? Сейчас все будет. Опускай. Опустил. Его. Патроны сейчас кончились. Взорвется, к чертовой матери. Так ему, ублюдку. Еще вот эти вот остались маленькие. Хорошо. Где? Вижу, не вижу. Да где они стреляют-то? Откуда мочат по мне? На. На. Да как? Да твою. Где оружие-то хоть какое-нибудь? Фу, трэш. Ты убил их? Да, я всех убил. Один остался. У меня 18 патронов только что нашел их. Я базуку нашел. Да в задницу. Ты базуку, толку от нее ноль вообще. Она косит по маленьким. А, у меня нет нифига патронов вообще. Ладно, погнали. Похер, без патронов все нормально. То, что нужно. У меня есть 18 штук, прыгай. У меня тоже 13 есть. Так что все хорошо. Короче, ну, сторожевого робота мы хотя бы завалили. И то хорошо, да. Это было, конечно, вообще потно, блин. Мы в той серии еще попотеть успели, а в этой, блин. Давай, бери слева и возьму справа. Давай. Отлично, теперь у меня 23 патрона. Вот здесь еще возьми. Теперь просто могу. Там летят какие-то штуки. Слышишь? Поехали. У меня, кстати, кончился гравлинг практически. На одного только осталось, поэтому... Тут особо без вариантов. У меня давай. Вообще ничего не осталось. Погнали все нахер отсюда. Сохранение было, так же хорошо. Валим. А, тут теперь так вот, в полет. Еще хуже. Так, погоди, какая-то пушка другая, я возьму, пожалуй. Не нравится мне. Вовне хотя бы патроны есть. Или подожди-ка. Так. Я ух, слышу все. Робота кого-то. Угу. Так, стоп. Потому что стреляет уже. Полетели дальше, короче. К нам туда лететь, думаю? Ну, видимо, да, там самое пекло. Там же жесть, ты видишь? Само себя ремонтирует. Так, что нам показывает? Я что поехал. Нам показало? Кстати, я научился одному трюку. Притягивай к себе оружие. Ай. А, я понял, нормальная тема. Но очень больно пока. Этих гадов надо заманчить. Дико больно. Все, что ли? Угу, если бы. Да как все, ни одного патрона. Я притянул. А как взять, я не знаю. Иксом. А, ну у тебя не иксом. Ладно, погнали дальше, короче. Пофигу. А что клавиша X у тебя? Ну, поднять тебя, взять патроны. А пушку сменить там, если не валяется, или другая. Пусть друг друга убьют, сэкономит нам патроны. Понял? Пусть друг друга убьют, сэкономит нам патроны. Подожди, они там друг друга мочат. Хорошо. А вот когда они закончатся, тогда уже будет плохо все. Я пока перезаряжусь. Да не, неплохо будет, все нормально будет. Давай одного робота снимем, все, убили. Погнали. Патроны, мать его. Только базука осталась. Ну ладно. Я сдох, не волнуйся. А, да? Хорошо. Потому что у меня патронов нет, у меня только базука есть. Короче, не, слышишь, этих роботов надо сразу мочить. Лучше того потом замочим. Потому что, блин, роботы. О, да, с самого начала. Просто. Промолчу. Не буду материться. Попытайся. Ты слышал? Да давай ты. Ублюдок. Почему я пушку не могу взять? Почему я улетел сразу в клаку? Никогда такого не видел. Бред какой-то. Притягиваешь пушку и не можешь ее взять. А что, сломано что ли? Ты уж вперед убежал? Да, я роботов уже мочу. Очень дико с патронами. Куски сок ваш. Мяса. Поехали дальше. Самое пекло ада. Самое пекло ада. О, нормально, притянулась пушка Лютодора. Шикарно. Ништяк. Да хрен там был, ничего они нам не сэкономят. Давай робота хотя бы одного замочим. Давай даже двоих. Все, с патронами беда, у меня осталось один патрон базуки и больше вообще ничего нету.
побыстрее. Но они, она косит. Я притянул робота, мать его. На самом деле, как вариант. Да, их притягиваешь, короче, бьешь об стены. И патроны. Я не могу нацелиться. Норм. Еще они вылетают бесконечно. Может полетим вперед? Погнали. Только не подыхай больше, пожалуйста. Как я могу не подыхать? Осторожно. Все, сейчас сдохну. Не надо. Ай, у меня со здоровьем все очень плохо. Такая же фигня. Ну видишь, кончились? Всех покидал. Спускаемся на землю быстрее. Быстрее лети твой налево. Зажимаешь и держишь, он летит бесконечно. Вот он, не хочет вперед лететь, поверь мне. Видимо, мы вдвоем должны лететь вперед. Подвинься немножко тогда. Я полетел. Нет, я не полетел, что за... Что за нафиг? Какого лешего происходит? Бак. О, все, 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 прилетел. Бак, 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 бак. Не, подожди, в жопу эту пушку. Отдай мне. Я возьму сейчас, что мне есть. Что мне дадут, я возьму. Пригодится. Вот это почему я не могу взять? Боезапас полон? То есть 0 патронов, это боезапас полон. У меня, кстати, 4 грена, прикинь. Вот валяется дофига же, смотри, сзади вот лежит. Нет? Где? Как ты вообще туда попал? В смысле попал? Я здесь стоял. Вот. На понятиях это другие. Чувак, ты, наверное, не понимаешь, в чем я. Ты у меня просто снизу бегаешь. Да ладно. Да. Норм. Пойдем отсюда. Сейчас, подожди. Все, короче, валим отсюда. Снизу бегаешь, нифига. Круто. Не понимаю. Мертвый люд, роботы разбитые. Че за херня вообще? Зачем они воюют друг с другом? Не знаю. А похоже, что мы часть крупной войны. О, нет, слышь, чё выйди обратно. Что это такое? Может, сесть мне, может? Может быть. Давай проверим терминал. Может, Проверяй. Я включил, типа, его. Открывается окно. Я сразу сяду в такую штуковину. Я тоже, пожалуй. О, смотри, как прикольно. Нифига, смотри, какая тема там за окном. Зацени. Жесть. Вообще. Охренеть. Смотри, целая жизнь. Целая планета. Да, картинка. В поезде. Что это, черт возьми? Мы же в космосе. На космическом корабле. Если мы в космосе, тогда как мы сюда попали? Я чуть тоже не врубился. Ну, поезд привез. Шаттл он нас привез. Наш мир. Наша Земля. Где это все? О, нет, нет. Смотри туда. Ты понял? Не может быть. Мы там живем. Наш дом — это купол. Купол на космическом корабле. Да ладно. Боже. Ты прав. Как мы могли не знать? Мы идиоты, Дэвис. Вся наша жизнь — это долбанная ложь. Идем, Лео. Успокойся. Поверь, все будет путем. Каким путем? Не надо меня успокаивать. Какого полегче. Мы воюем? Чтобы отстроить сраный купол на сраном НЛО? Какой вообще в этом смысл? Лео, возьми себя в руки. Так, смысл в том, чтобы я нашел свою дочь, а ты должен мне помочь. Нет, Ди, не найдем мы ее. Опомнись ты! Заткни свой рот, Лео! Она там. Идем за ней. Охренеть, да, у нас с вами такая тема, прикинь? Они всю жизнь жили. Оказывается, не знали, что в куполе. В каком-то куполе просто какой-то эксперимент инопланетный был, и все. Не более того. Угу. Как муравьи, знаешь, за стеклом. Да уж. Господи. Офигеть. Извини, я психанул. Ты прав. Давай отсюда выбираться. Мы и так здесь долго просидели. Так мы что? Пойдем за пришельцами прямо в их этот... купол? Да. Поезд, кажется, ходит между разными частями корабля. Давай пойдем и посмотрим, что будет. Остальные вопросы решим потом. Хорошо, Ди. Я с тобой. Показывай дорогу. Единственное, что мне интересно, что... Ну, получилось так. Мы же
к центру Земли, получается, вниз, наоборот, шли, а оказались в космосе. Вот в чем прикол. Ну так мы сели на поезд, и поезд нас заставил. Он же только что сказал, что поезд ходит между разными частями корабля. Так, ладно, дальше-то куда, интересно, потому что... Сюда, наверное. Я хотел в робота сесть. Но не получается что-то, я тоже. Дерьмово. Оружие бы как-нибудь достать, патронов. Не помешало бы, да. Посмотрим, куда он едет. Ты решил сразу в лифт кинуть этот самый? Да, вот, например, могу поднять бочку. И не могу. Просто агрессивный Лео. Если вы оторвались от напарника, постарайтесь скорее найти. Выходить в одиночку слишком опасно. Тоже такая же штука. Круто. Вы потерялись? Таб, помощь навигации. Для выбора оружия используйте крестовину. Двери откроются. Вы что, мне нет крестовин? Не знаем, что за ними будет. Безумие. Да, я правда. Тебе, Дэв, уже привыкнуть. Там они могут ждать нас. Да. Идем. Замедляется. Готовься. Ты что, хочешь, чтоб Лейли сказали? Что мы так далеко добрались, а потом просто подохли? И все из-за того, что нахрен струсили? Вау. Эпично. Смотрю, тебе везет. Знаешь, что-то я не могу о себе такого сказать. Хороший перевод, да? Реально качественный. 38 дней с начала вторжения. Купол Дотадоров. Буквально чуть-чуть до того места, как мы вот там окажемся, да? Здесь, смотри, какая пеклада. Вот, мы же там окажемся. Даже на космическом корабле. Это и есть их дом. Их купол. Смотри, там люди. Дети. Надо спуститься и узнать, куда их ведут. Непонятно, зачем им дети до сих пор. Не понимаю. Да, пока так и не ясно. Это ад просто. Натурально прямо картина ада. Назад пути нет. Мы уже много видели. Идем. Ну, идем. Здесь мы пройти не сможем. Логично. Должен быть другой путь. Да, мы уберем, попробуем его найти. Кажется, под ними проход. Да вот, наверное, сюда просто. А, попробуй. Нифига. Не пройти. Да вот, нет, да, сюда. Да, все равно. Правильно. Красавчик. Похоже, мы сможем пройти. Нам не пройти. Давай берем камни. Похоже, мы сможем пройти. Перевод и правда лютый. Пошел к черту. Да я шучу, нормально сам. А, я горю, 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 я пожег себе ногу. Дерьмо. Тупость. Осторожней, голова. Береги голову. Чья голова? Пока у тебя мозги на бекре не поехали. Побежали, не? Офигеть, смотри, как эпично. Напоминает, знаешь, что напоминает финал Resident Evil 5, помнишь? Да, согласен. Битву с этим самым, с как его там, звали там. Как звали этого главного злодея, ты забыл, нафига? Помнишь? Тихо, тихо, враги. Давай, ты поднимаешь, я опускаю. Давай. Раз, два, три. Что-то как-то фигня, по-моему. Ладно. Я упал. Да поднимался. Угу. Давай укрытие. Мне тоже очень больно. Трэш. Сейчас у меня все серое вообще, по краям красное, сердцебиение. Ты куская мясо швыряешься. Все, нет патронов. Одна граната осталась. Хватит двигать, сосед. Блин, как больно, да? Влекает. Подожди, братуха, у меня тоже проблема. У меня нет патронов вообще, вот камера. Вернись сюда, тут есть патроны какие-то. Не, не могу вернуться. Вот, постою здесь. Все, я упал. Ну ничего, у тебя есть время замочить их. Есть время подохнуть. Я пошел в рукопашку, у меня выбора нет. Я сдох, вернись, подними сначала меня. Спасибо. Обращайся. Ну, блядь, поганые, все, не парься, я тоже сдох. Да тупо, короче, не беги ты вперед, не ломись. Сказать же, говорят, на ум в одиночку опасно.
Ты понимаешь, у меня я боль патронов. Я понимаю, я тебе очень сказал, давно. Что вернись, у меня лежит пушка вторая, которую мне не надо брать. В ней до хрена патронов. Но ты же не захотел, ты захотел пойти вперед в рукопашку и там подохнуть. Да, до хрена патронов. Вот, смотри, видишь, пушечки валяются разные всякие. Их вполне можно будет сейчас использовать. Гады, да я буду гравелинком их раскидывать. Он у тебя рано или поздно кончится. Стреляй по бакам. Сам стреляй по бакам. Хорошо. Не вопрос. Ох, отлично, да, я стрельнул по бакам с базуки. Здорово. Теперь у меня патронов не осталось. Только два в базуке. В основном, блин, все путем. О, Грена прилетела. Какого хрена? Я же за препятствием стоял. Ты подождал, пока она тебя убьет. Я за препятствием стоял. Надо к себе взрыв ты чё-то чё. Боезапас полон. Тупой, вонючий дробовик. Вообще самое ублюдское оружие в этой игре. Дайте мне нормальный автомат, мой. О, да, все, патроны кончились. Замечательно. На тебе с базуки. Все, у меня только Грена осталась, братуха. На башне гранатомет! Да. Тихо-тихо, сейчас три, я сниму, сейчас сниму. Не, не докину до сюда. Слишком далеко. 9 патронов. 0 патронов в обоих пушках. Сейчас сниму гранатомет, прикрой меня. Все, убрал же гранатомет. Чисто. Да? Давай все осмотрим. Нам пригодятся боеприпасы. Мне нужны патроны. Чёртовы грёбаные патроны, ненавижу. Слышь, да, это дерьмо, короче, он гравелинг заряжает наполовину. Если подходишь в зону. Нас могут ждать. Дай-ка я заряжу. Заряди. А чё это не заряжает? Тебя зарядил, видимо. А, ну может и быть. Хватит на это. Так, остади в сторону. В сторону, в сторону. Смотри. Чё, подожди, подожди. Отошёл? Нет. Аж руки чешутся. Давай. А, так фигня, вот смотри, наверху. Обалдеть, ты все ломаешь. Ну да, есть. У меня есть патрон теперь. А мне маловато. По крайней мере, одной пушки вот этой, которая у меня в руках, всего 9. О, да, здорово. Привет. Три Андрея за несколько серий. Бей. А кстати, он не оригинален совершенно, он всегда говорит одно и то же. Смотри, фарш будет. У меня есть пушка большая. Вот и все. С патронами все печально, братуха, так что старание половинку. 123. 30. А в другой пушке 2. Да кому ты можешь? А, вижу. Косолево. Вот патроны половинку. Угу, угу. Хорошо. Больно довольно. Очень да. Больно. Я включил щит. А, сверху. Почему этот дебил прыгнул конченый? Где ты там, подожди, я подниму. Не старайся. Мне кажется, что мой персонаж хочет сдохнуть. Просто-таки просит. Грена прилетела, осторожно, не напарись на нее. Прыгнул под нее. Я жив. Да? Что-то не похоже на это. Я сейчас тоже сдохну. А я сзади. Да ну его в задницу, я пошел обратно. Надо отсидеться, подожди. Даже представить себе не могу, как я до туда могу добраться. Готов, сверху парня снял. Справа парня снял. А где этот погонщик-то сам? Я что-то не понял. Сверху может, не? Сейчас там будет большой бум. Так не особо-то и большой. Мать твою. У меня только граната осталась. Кидай там нормально как раз сейчас. Очень можно. Не придется бежать куда-то. Я обратно. Патроны. Почему ты прыгаешь, конченый? Дэвис, ты совсем больной. Все, норм, почти всех убили. Ну, как бы вот не считая вот эту толпу, которая бежит на нас. Просто камни.
Их рукопашку можно легко, кстати, мочить. Да, я так и делаю. Патроны экономить. О, это большие, кстати, пришли. Отходи, отходи. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Отходи. Завалим его в рукопашку, давай. А у меня выбора нет. Отлично. Он исчез. Дай патрончик. Далеко он точно не ушел. Что-то патронов под конец игры вообще мало остается. Просто жопа какая-то. Давай не будем бежать вперед, подожди, я пока патронов не найду, кстати. Я никуда не пойду нахер. Да-да, я тоже заряжу гравилинг. Спасибо. А, это гравилинг был, раз я думал патроны. Извини. Все, походу, пьесы. Облом тебе, а не патроны, и гравилинг. 11. 30-29, 30-30, нормально. Но у меня две пушки плазменные, меня это просто бесит очень сильно. На стене враги, твою мать, больно очень. Где? Ты вон они, в другой гравитации. Обалдеть, ты уже далеко убежал, потому что... Ну извини. Я думал, ты за мной идешь. Трешатина. Все. 30 патронов. Ноль. Здорово, поехали. Да я что-нибудь возьму. Прикрой меня, пожалуйста. С радостью бы, но никак. Я умер. Угу, хорошо. Обожаю эту игру. Просто обожаю. Честно. Нате горшком. Я сдох, поднимешь? Спасибо. Давай, старик. Все хорошо. Не парься. Да лови гранату, надоел. Вот так. На тебе лопаты. Сейчас мне надо сосед задолбал. Подожди. Забей на него. Я наверх. Мне надо гравилинг пополнить. Давай. Гравилинг реально пополняет штуку. Здесь патроны. Еще какая-то фиговина. Мне очень больно. Сверху кто-то по мне палит, я даже не вижу кто. Сейчас подохну, скорее всего. Так что смотри там, далеко не уходи. Не, вроде выжил. Вот я вижу его. Угу. Так. Вот он. Стоит на разных плоскостях гравитации. Всегда так быть не могло. Почему же так вышло? Не знаю. Да мы уж видели в любом случае. Как патронами дела у тебя, расскажи. Все нормально. 40 и у второй пушки 70. 39 и 11. Бери все, что найдешь. Следующий. Больше иди ничего. Иди вперед нет. Тогда. И сдохни первым. Окей. Ну мне надоело первым подыхать. Так вот идешь, вот же гравитация. Туда. А, да. Попрыгаем. Берегись. Так, тихо, откуда? Твою мать, что происходит? Все вверх ногами. Что за палево, да, вижу. Ай, больно. Так, одного вроде вынес и сдох. Угу, сейчас иду. Эх, ну не сдох, но упал. Давай там дальше гравитация побежали. Давай, вверх ногами быстрее. Идем через него. Прикрывай, потому что я не могу сразу за того прыгать. Там уже какое-то время пройти. 9 патронов. Сейчас подохну. Крепись, братуха. Живи. Правильно. Прямиком в ату отправь. Гравилинг спасает, когда патронов нет, но он тоже кончается просто. Ай-яй, больно очень. Твою дивизию, как больно. Тут их много. Я только что, у меня было 40 патронов, и они кончились, когда я начал стрелять. Ну все, ну просто пора заканчивать. Сейчас, братюня, подожди, потерпи. А, я сейчас сам сдохну, черт. Да чтоб тебя порвало в клочья. Долбанный ублюдок. О, они всё, в другой да, стороне, пока. Поэтому угу. Мы подыхаем. Нам не защищает эта фигня. Я понимаю, да, укрытие бесполезно, потому что они как бы в другой плоскости. Надо бегать. Надо, короче, понимаешь? Просто включать щит, но они быстро кончаются, эти щиты дурацкие. А вместе с ним весь гравилинг кончается. Здорово, мы с самого жопы начинаем. С самой клаки. Прикрывай сразу, потому что не могу нихера делать. Погнали. На. Выброси его отсюда нахрен. Идем через него. Придурки. Черт. Крой сразу меня.
Хорошо. Сейчас подохну. Норм. Давай, джавелин пополним. О, тихо-тихо, враги. Вот там осторожно ходи. Вот там лучше вообще не высовывай. Подожди, я сейчас похилистера поставлю здесь. А то у меня со здоровьем беда полная. Осторожно выходи, очень осторожно. Да, понял. Да, у меня полжизни было, представляешь? Нормально. Я, у меня еще даже не серое все было. Все было в норме. Все путем, не переживай. О, да. Патронов не осталось, все. Окей. Зато задание выполнено. Беги патроны. О. Блин, пушки плазменные эти, убоги. Дайте мне нормальный автомат, я не могу с этими дебильными ублюдскими пушками играть. Пещеру, давай, возьми вот там все. Дайте мне просто нормальный сраный автомат, и все, мне больше ничего не нужно для счастья. Ты где там, в пещеру уже пошел, нет? Пещеру надо проверить. Я никуда не пошел еще. Давай, тебя ждут. Че проверить? Как ее проверить? Вот пещера Горелли. Я вообще не вижу. А. Там, смотри, пушка. Да, я видел. Лопата. Так, осторожно. Там уже слышно, по-моему, врагов. Не, я ошибся, никого нету. Сейф был, поэтому давай осторожно. Да вон там синяя стрелочка, когда нам нужно дальше двигаться. Давай закончим, серьезно. А, да? Давай, давай. Это что еще за бред? Ну что ж, друзья, вот посреди этого пекла ада мы с вами и закончим сегодняшнюю серию. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить комментарии, подписываться и, конечно же, ставить большие пальчики вверх. Да, вопрос на засыпочку. Напишите в комментариях, хотели бы вы жить в таком аду вместо нашей земли. А вам удачи и пока. Пока-пока.